сотни за инстойерные не служит. Командин Тетик нас. Привет. Командир Тимур нас. Привет. Серега Ромыкич. Серега, раму включил, говорит. Раму выключил там. Ну ты в процессе. Ты просто... У тебя правая рука уже включила, ли? Что там живешь? Как кошка живет. Это ты в этом, в буфете, да? Зеленая ложка, да, на себе? Никуда, вот, надо не покинуть. Ну и слава богу. Ну это тоже так. Наверное, единственный покинут из всех. Да, с одной стороны, и здесь, конечно, ничего хорошего нет. Ну, там особо не отличается. По уровню жизни. Ну, в принципе, да. Не намного там разницы. Просто с нынешними тут как... и законами, и порядками, и вот этими по последними изменениями тут. Был бы и виза, вот знаешь, еще покрепче, чем у нас. Там другая вовка была, не возможно, конечно. У нас этот контракт заблокировали, они гимном хотят сделать «Боже царя храни». Да, ну то в глупости какие-то, ну, слухи, может, да, может, и все. Желтая, конечно, пьеса, но... Я когда читал про блокировку контракта, тоже там было. Ну да. У нас основная причина поездки была бы учеба, а так, если учебы нет, то она просто заехала. Ну да, осталось. Серый, не было там ничего, внимательнее давай. Мы как посчитали, сколько по гелику стоит перевезти вещи. Он же сам премиум не надо. Так и вышел, гусей снимать будете на видео? Я не знаю, вот этот гусь молчит. Гусей снимать будете на видео? Дима. Завтра что? Во вторник. А, так. Что ты? Чего мозг парил? Во вторник. А, ну да. Понедельник. Хорошо. Да. Страницу в Word создал уже. Ну там. А, да, по папку на рабочем столе. Тема защиты. Да, да. Ну и хватит. Нормально. Понедельник вечером закончишь. Согласен. Ярик, он поможет. Макс, видишь центр? Что жилье это беспокоит. Тоже жилье беспокоило, вот тоже почитал на Авито там цены. Ну, в принципе, как и у нас, по уровню такое, да. Что-то там какой-то новый пассажир такой активный, эмоциональный. Что, среди матча скучно, наверное? Ну, Ярик снимал. Пятое и седьмое место. Что за пицца? Салями? Что за берешь салями? По салями там все самое. На моих рыбах не теряются. А? У меня трубка.
Почему? Они тоненькие, нормальные, эти все остальные у них пан как хлеба. Мне наоборот нравится то, что в буфете пышные, да, и мне так же. Макс, уходи, Макс, зачем ты пришел? Блин, я тебе помогаю! Кому? Я лучше тебя стою, кому ты помогаешь? Дай футбол поиграть, дай команду. Ты играй! Футбол. Тебе не видно. На нас. Можно ему там подфотошопить. Он там поедает не очень. Владеешь фотошопом? Ну, на каком-то уровне, да. Не, вот именно, чтобы там что-то поменять. Ну, владею, но... Не именно там просто редактирование. Чаще всего терпения не хватает, это усидчивость на жопу. Ну, бывает вот так, вечер там свободный получается, включаешь там какой-то урок. Чем-то интересного. Ну, получается, конечно, но там усидчивость не хватает, что реально. А где он тут буфет нашел? Аж на Ботане? Вот они на совсем Ботан. Там ну вроде далековато, он как-то быстро вернулся. Ты что, аж на Ботан ходил, Ярик? А, тут открыли, да? Они открыли. Недавно? Ну вот для меня это недавно. Май саца. Май саца. Май саца 2. Миш, выше. Май саца открыли. Рот, вышли.
Ярик на тех выходных, эта камера, да, не снимала первые минуты миксов. Как первые 5 минут матов просто на камеру. Там не было бедно. Я вроде бы не пришел. Кто-то писал, типа, оператора за спортивный костюм. Принимай, принимай! За что? Спортивный костюм, типа, взятку, да, чтобы он не снимал к началу матча. Ты не читал их? Не, я вообще что-то не слежу. Пусть опять бухой пришел, да? И опять что-то не снимал. Что-то не работало. Убежал, не слышит. Пришел первый минут, поматывал, ничего больше нет. Никто ничего не говорит. Здорово, Лёд, мешай тебе. Миш, как нужно это спать? Спасибо, Лёд. Выдаешь, Лёд? Дай, блядь, на свободно. Зачем вы между собой постоянно эту хуйню творите? Три привоза. Да вон, стой, дай тебе. На вратаре оставь. Когда проиграть, так я тогда вообще приходи. Давай, ничего страшного. Он сюда идет. Снимать надо. Ладно. Что сегодня в спортивном костюме? Удивительно. Ты сфоткай, ты ставишь, что это? А там? Не фото, а вот это вот. Отлично. О, ну блин. Ну да, я там жую, там не знаю. Было интересно. О, капушка. Подойди. Что, уже твой пост закончился? Давай. Там все по-любому похудеют. Понятно все. Зарекалась от свинья. И маны не стоит. Объезжай, не бью, Да. А в Инстаграме только одни между. В универе видел с Максом? А что вы там делали? Он поступает. Макс, поднимись выше. К тебе в универ пришел поступать? Так, чисто, чтобы покармить. Бабло носить, ну я носил бы. Он выслал в школе. И что, поступил? Блядь, так подумали, там на 3 года. Он думал на 4, а там сразу на 3, а будет норм. Ну что, до 27 будет. Типа растянуть? Ну да. А так мы не можем, сейчас поступим, у него вот потом будет висеть, короче. Ну. А может за это время что-то изменится? Влазишь, поменяется. До 30. Ну и что, когда он сваливает? Когда он свалит? Так он уволился с этого? Давай, Леч, стой. Ну, мы даже не восьмого были подтверждения просто. Сюда приезжал Дудовый центр. Ой, красавчик, кого? Шумай, да? Дай сядь. Печально, конечно, такая страна, и вообще вся молодежь уезжает. Не вся. Не вся. Да вся. Мы ж там ездим. Ты тоже. Что? На лыжах. Куда? Вот тоже. Что? Кто куда? Кто куда собрался? В Китай. Что ты видишь? Что за бред? Там тренеров футбольных. Минута! Ты что это придумал вообще? Я не знаю.
Я понял. Под чем вы это продумали? Под какими наркотиками? Так, Леха всю правду фотографирует. Я не знаю, как реагировать на такой подкат. Дай бог. Ай, хорошо. Буфетная вида еще встала. Если бы они туда идут, то... Бесок, понимаешь, мы там 10-11. Где? На механике. И что, можно поехать по халу? Это бабки, да? Подписывай. Ебал плавно. И в чем тогда? В чем тогда случай? В чем смысл? Фестиваль. Хотя бы бесплатно, да. Вход еще платный. Я 50 гривен заплатил, вы живи там. Не, ну так они еще рекламятся. Ну, а что за реклама, и они еще и деньги хотят. За вход еще, блядь, за... Откуда, блядь, вы че, нахуй? Нет, не было бесплатно фестиваля. Не, ну обычно, если фестиваль, то на то он будет фестиваль. Хуя, обычно не было такого никогда. Не, ну а такое, первый раз. Не, ну если в целях рекламы это делается, то должно быть это... У вас же это было бесплатно? Рак. Ну так то люди на итоге продавали за пол, за к себе. Хотя бы там свистнули, там целая нам. Ну я не думаю, что она обычная. Ну бля, не, может. Ну не меньше явно. 100% не меньше. Аренда убивать надо и прочее. Так а что это тогда за реклама, ребят? Не, ну а должен. И это купился. Ну я не знаю, реклама не реклама, но поскольку реклама будет, да? Там. Поздно спохватились. А еще и будет миллион. В конце еще где-то. Нормально подготовить. А в прошлом году в центре, да, какой-то был фестиваль? Там на да, вот это я ходил. Мы ходили. Да. Нет, это был день города, выходили. И там был фестиваль. А, что-то ну может быть. Да, 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 да. Я на работе был вокруг. Вкуснятину дал. Ой, вкуснятина. Одну секунду, дважды был сам, и дважды на вал. Блин, вкусного положил. У меня ж прям... А прям... Не, ну вкусный, вкусный. Поехали. Поехали. Разворачивай. Здорово, Жек. Ура! Вы там, блядь, никуда не собираетесь? Да-да. Завтра же все собираются. Биш! А, вот так я не знаю. Не, ну так тоже, да. Не, я схожу парочку дам и домой. Парочку дам. Литр. Мы там один дадим. И потом. Все дела. Кризис, как и мог. Бюджет мало. Дима, что ты сидишь? Смена. А нашим, Дима. А теперь надо. Да, Сан. Приветики. Это футбол снимаю. Ну, я как бы не занят, но просто мне не особо можно разговаривать.
все. Ой, это аж к вечеру, там, к 7, к 8. Ну, короче, как буду идти домой, я наберу. Да, вода. Саня? В смысле, Саня Сандор? Да. Да. Ничего. Кристина 17-го. Вот один стоит. Здравствуйте. Скорее всего, скажут выйти в субботу на работу, потому что я 3 дня отпуска беру на диплом. И мне скажут, пацан, выходи в субботу. Ну, за свой счет. Еще мне лапа ебала. Это дурные собаки, что просто так это гавкают. Нормально, первый тайм 7 уже штук. Давай.
За малым. В общем, я готов. Команда не готова тебя принять. Ну как Месси. Увлекся. Так, 2 минуты у нас. Да что там такое? Не достал уже. Я! Ну кинь в ноги, ну пиздец! Женя, аккуратно! Мишаня отдохнал, не играй! Сам, Дим, сам, почти сам! Садись, садись! Садись, Жек, садись! Вова, есть касание! Вова, есть касание! Миш, зачем? В отрыв надо быстрее лизаться, не там же! Жень, минута осталась! Вот, вот! Край, Пусть выбивай! Здорово! Все! Там! Минута, дальше тебе! Сейчас разыграем комбинацию, заучим отрез. 30-40 секунд, забудем, что ты не знаешь нашу комбинацию. Могу сесть. Макс, а что ты вышел на фор? Нельзя? Он за желтый, товарищ судья. Мне просто плохо, я же не соображаю. Попу надавали. Я только выпил. Дайте возможность. Что ты на меня смотришь? На меня. Это красиво. Ладно, давай. Что делаем? Давайте итальянский. Давай. Ну, я понял, о чем. Через пизду, да? Да, я давай, Димон, кто? Кто пошли, а кто вводит? Ты вводишь, я пас отдаю. Только не привезите, пожалуйста, я прошу. Ё-мо. Да, Женя, ты должен его замыкать. Главное, мы почти уже закончили. А что мы будем делать такие? Есть время, есть. Что мы будем разыгрывать? Не привезите, пожалуйста. Беги, беги, беги. Потравили друг друга. Бам! Баро! Хороший! Ой, куча! Да, я не знаю. Так, я не знаю.
последняя или как Что там, дома скучно? Ты думаешь, уже тепло? Мне так не кажется. Ну, хотя народ вроде уже купался, да, потихоньку? Это не помню, да, да, хуярится. 17-го, наверное, буду купаться. День рождения компании. День рождения компании. А ты как не бог? А? А ты как не бог?
Работник компании. Да. Ты такой. Копытнёт их. Ой, ой, ой. Хорошо, хорошо. Шагай на него, шагай, шагай. Да-да-да. Пускай рука. Там мелочь трясётся, слышишь? Маша, наша можно. Как Сергей ходил. Говорю, мелочь. В карманах. Береги надо. Понял. Сотки скажи. Она меня такая милая, что я так отдал. Она взяла. Маш, второй для халява. Ну, 20, да? Как оно быть на моем месте, Дим? Давай, игроков! Можно считать, можно считать. 3-4 успел. Пожалуйста, ну не надо пропускать. Давайте, на нашем один кто? Никто не знает. Никто. Он подставит. Да, вот. Я пошел соединить. 10 минут. 10 минут уже подыграли. Давайте, блядь, подбивай. Активнее, активнее. Макс, муза пришла. Вот не, Гор, за нас! Они все они включают. Ты ко мне. Смотри, пасы, тебя. Здорово. Ударь! Да ударь, Женечка! Оп! Где, Жень, жаси! Опа!
Опа! Прокоп, давай меняться, ни хера не пробежит. Пацаны, у вас розетка есть? Чувак, что ты не достал? Да. Там уже могли меня подстраховать. Розетка-то есть, а куда дело у тебя будет висеть? Наверху положить. А я же его локтем сейчас смахну. На бобину положить. А, на бобину, если так, сверху. Не боишься? Там нечего бояться. О, ну-ка, ковырян, давай. Да, Гриш? Что ему у него нормальный? Куда? Банк. Не встанет больше банк. Блять, вы меня подставляете, бля, я снимаю пол там. Потом тебе Жан-Клод Ван Дам чек привезет. Смотри, сейчас мне будет звонить, а тебе хорошо будет. Нет, это если бы я в задний карман положил. Ты дура. Тише! Приклеился, видел? Что, мотора в одну кинь? Там мне нормы так. Да, щекочу, да? Да, да. Проделал. Видно, тут не брал, что нет, звони. Молчик, Выше. Ярик, а проверь, пожалуйста, он вообще подключил его. Дышит. Ну, он вообще заряжается. Не знаю, посмотри, есть там что-нибудь. Показывай. Акцентует. Что за аппарат? Нокия. 2-10. Где твоя футболистка? У нас не да? День рождения? О, от меня привет уже. Шутка, блин. О. Пошла жара? Да. Там еще и отходит, блин. Жестко. Ну, блин, легко заряжал. Тепла. Ну, я не обещаю. Сань. Беги! Давай! Смотри. Почему? Как холодно. Что почему? Да я там на порог. Бля, серьезно, правда. Да бей! Почему? Что за медиа, блядь? Это медиа. На манишку видишь? Ну да, да. Да наш там манишка. В натуре, что он забрал? Я не понял, когда будет наш матч? Когда мы будем? Матч против? Ну действительно. 2-2? Одни ворота. У вас без шансов. Воротник, блядь. У вас тут позора хватает, когда Серега и футболистов вставляет в ванну. Та я... Та фигня. Я сяду, приобрели. Это еще более глобальный позор. Ничего подобного. Да он играть не умеет. Только миф, блядь. Ага, распространяет. Где там видео, не знаю, там какая-то голтая там, блядь, кожаный мяч. Финал Кубка кожаный мяч. Финал Кубка кожаный мяч. Штанга? Неровно нет, стоит. Штанга. Ярик, не пропускай этот шанс. Перезавет заканчивай. Добить? Да, добить, если я что. Я понирать могу. Знаете, не получилось. Не. Не специально, знаешь, какая? Не. Эксперт по мартышащим залупам. Так, под тобой есть! Сначала, блин, на
У меня камера трясется. Какую борьбу я дал, Макс? Звонят, нет. Так не было, ну вот. Он завет заканчивал. Это за тренера вам. За разговоры. Ой. Ничего, ничего. Да-да. Давайте, Саня, спокойно начнем мота. Опа. Вот и приятные моменты начали. А чем без вибрации? Так неинтересно. Спасибо. Залетела, говорит. Два-два. Заряд, дорогой, торфит. Тихо, тихо. Ебанет, думаю? Нет, конечно. Я тут не скотчем хорошо, что он опять. Да, опять отвалился? Ну, приятно. Не-не-не, тут сильно высоко. Да это бред. Ты что-то нарушался в дальнейшем сезоне. Как в прошлом то же самое было, да, по-моему? Крыша до сих пор делается. Кто-то делается? И крыша, и эта шляпа. Рука мяч идет в угол, сразу. И крыша, и штатив. Зато сетка есть. Первый для гриша. Хоть что-то из вашего спасибо. 3 в 2, 3 в 2. Хотя сетку мы не просим. Бомс. Как я тут кинет, на самом Где там эксперт? А, вон. Эксперт. Эксперт. А Гриша Лепс. Во всех аптеках. Ковер-самолет. Ламутка. А лапшу когда повесить? Че, вам нельзя пиариться, да? Вышь! Что? Ламутка, блядь. Сережа бег. На лопаре. Миф-миф. А что это было? Где это было? Это миф-миф. А? Утёр. Не понял. Утёр. А, точно.
Возможно. Вообще, 5? Да. Тактически красиво передвигаться, да, по чуть-чуть, блядь? Все, назад, назад. Дай с Любой еще. Лёнь, не спеши. Лёнь, добей, Лёнь, Лёнь, давай. Я сзади. Серёжа, опускайся вперёд. Куда дальше? Давайте, пожалуйста. Давай, не ниже, Серый, ниже. Кэп, вверху, кэп. Вот Сережа накаркал. Люба, кого попал? В Серегу. Серегу, нет. Головой! 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 Ре! Ниже, ниже! Уговорю. Почему вы смотрите? Дышишь, Лёнь? Там нет. Можешь заменить? Давай внимательно, ребят. Да. 3 секунды. Я не понял, а что, счет не поменяли? А? Был такой, ни хера не понятно. Было 5 минут. Ну что, не понял, Лимон еще проигрывает? Ну, 5-5. Это как? Деревья! Правильно. И ворота, быстрее! И нет! Свистулька. Да, я сегодня точку не забил. Не можешь же свой урок быть продолжаться вечно. Вась? Конечно. Хорош, Чак Норрик, хорош, бля. Постойте, постойте. Thank you.
Короче, я так понял, победа лимона. Че тут? Вот если. По-моему, вот это кэп. Да. Гриша аж не смотрит. Довольный. Ух, это кто-то... Ну тут Горбатова нету. Тут по-честному все более-менее. Сказал, да? Выиграли? Интетикс, мы Лена. Лимоны, да.